Ваш целебный напиток, сударь. Может быть, вам еще сгущеночки или шоколадных конфет? Не понял. Ты какого рожна? Рассказал все Надьке. Ешь тебе в печи. Все так или иначе достают своих героев из себя. Хотите вы этого или нет, правильно? Поэтому, конечно, какие-то схожие вещи у нас определенным образом существуют. Но, конечно, я никакого отношения к вот этому не в меру возбудимому иной раз. Прямолинейному человеку я, конечно, не имею. Я веду себя в жизни несколько по-другому. 2,5. 3. О, пушки, воробушки. Что там? Тебе лучше на это не смотреть. Понял. Тем не менее, мне очень импонирует этот парень, и я его, в общем, очень люблю и понимаю. Почти всегда. В каких-то вещах я, конечно, не понимаю, но в большей части я очень люблю этого человека искренне. И суть его, она мальчишеская. Он взрослый пацан, но пацан, которого хорошо учили. У нас была такая замечательная советско-российская школа флота, и очень хорошо учили. И вот его научили. И он пытается научить всех так, как учили его. Стой! К тебе особо важное поручение. Сейчас возьмешь пленку и обклеишь гальюн, все металлические части. Все будем ходить туда. И мальчики, и девочки. Иногда он переступает грань дозволенного. Но я думаю, что даже когда он их переступает, он все равно поступает правильно. Ну и что вы стали? Медузы покорябанные! Быстрее! Ума бы побольше парню. Вот единственное, что я бы ему... Вот. Причем такого неприродного, потому что природного у него есть. Вот. Но вот какого-то такой образованности ему не очень сильно хватает. Но откуда ее взять, этой культурности, если всю жизнь он провел не в самых легких местах земного шара? Ёкарный пупок! Вот чем мы занимаемся, а? Одуревшим гусем, у которого внутри неизвестные геометрические предметы. Смотрите второй сезон «Корабля» на канале СТС. «Корабль» — новый сезон с понедельника по четверг в 20:00.